Всем громадный привет, и вы на канале Супергекты. Сегодня я буду вам показывать пустые баночки за месяц ноябрь. Всем, кому интересна такая тематика, непременно оставайтесь со мной, и я не дам вам соскучиться. Поехали! Так, и первое, что мне попадается под руку. Ага, прекрасный, великолепный гель для душа из серии Jardin du Monde от Yves Rocher. Я очень люблю этот гель для душа, это цветок хлопка Индии, здесь нет парабенов и СЛС, супер-супер продукт, потому что он имеет приятный аромат. Кстати, моему сыну тоже пришлось по душе, потому что это такой, да, вот нежный-нежный запах, который подойдет, ну вот он универсальный, подойдет всем. Пахнет вот действительно как-то сладко, хлопком, чистотой. Будто бы вы купаетесь в таких мягких пушистых облаках. И они источают именно такой аромат. А кроме того, это, кстати, крем-гель. А кроме того, здесь образуется нежная шелковистая пена, которая прекрасно очищает кожу и при этом не оставляет чувство сухости. А оставляет лишь тонкие ноты этого чудесного запаха на вашей коже. Прелесть, просто всем советую. И следующий продукт, который мне попадается, это потрясающая тоже вещь от Чепта. Можно приобрести в магазине Ревгош, именно там продается это средство. Заинтересовался я этим продуктом именно из пробника, и когда приобрела, продолжала получать удовольствие. Итак, это кондиционер для волос, оранжевая такая красивая упаковка. Здесь аромат персика и орхидеи. Пахнет вкусно-вкусно персиком, просто шикарно. И вот орхидеи я не ощущаю, но персик однозначно здесь присутствует, солирует вовсю просто. Объем 400 мл, довольно-таки большой. И несмотря на то, что кондиционер жидковатый, да, здесь такое присутствует, он не является неэкономичным. А на самом деле достаточно совсем немного средств для того, чтобы напитать свои волосы. Для того, чтобы напитать волосы. После чего я смываю, чувствую шикарный аромат персика на волосах. И при этом волосы просто шелк. Чувствуется, насколько они напитаны, какие они гладкие, ухоженные. И результат, естественно, виден после того, как вы высушите волосы. Просто прелесть. Всем и всем рекомендую. Классный продукт, берите. Это Фито, соль для ванн с натуральным пихтовым маслом, хвойный концентрат. А мне, честно говоря, не очень понравилась эта соль. Вот увидите, не берите, возьмите что-нибудь другое. Потому что это странный хвойный концентрат. Во-первых, хвойного аромата очень-очень здесь мало. Как-то особо я его не ощущаю. Какой-то аромат есть, но явно не хвойный. А плюс сама соль, она, знаете, такая именно порошковая и оранжевого цвета. Очень странно такое видеть. Обычно я привыкла видеть кристаллики зеленого цвета, которые имеют потрясающий хвойный аромат, глубокий, насыщенный. Тут такого нету. В общем, однозначно вам не рекомендую данную соль. Итак, продукт от Сьюз, который нравится моему мужу, он его полюбил, а я, наоборот, разочаровалась. Когда-то я снимала ролик о том, что именно вот это средство, шампунь, эффект ламинирования. К нему также я прилагала бальзам с этим же эффектом ламинирования. И да, тогда на мои волосы не окрашенные эффект действительно имелся. На сегодняшний день мне, наоборот, не понравилось. Может быть, потому что я не использовала бальзам, но я сомневаюсь. В общем, этот шампунь, он мне утяжелял волосы очень сильно, быстро пачкались и вообще превратились в какую-то тряпку. Да, казалось бы, наоборот, они должны стать у меня такими, как раньше, да, как я пользовалась. Такие классные, шикарные, густые, ухоженные, да, со спаянными кончиками, зеркальным шикарным блеском. А в итоге получилось все наоборот. Конечно, я отказалась от данного шампуня и отдала мужу. Здесь довольно приятный аромат. Такой вот он, просто вот косметический приятный запах дорогого шампуня. Вот, а в остальном вот я как-то разочаровалась. Не знаю, может быть, они... Дело в том, что да, это было давным-давно, когда я пользовалась. Может быть, как-то формула поменялась в худшую сторону. В общем, эффекта я не только не наблюдаю, но и даже вижу обратный результат. Так что не могу вам рекомендовать абсолютно точно. И опять же, еще есть момент, возможно, я не исключаю, также сыграла роль то, что у меня на данный момент волосы именно окрашены, а тогда были без окраски. Возможно. Ми-ми-ми-ми-ми, боже мой, вы даже не представляете, как я полюбила этот продукт и как мне жаль, что его больше нет на сайте The Body Shop. Это же просто супер. Он, по-моему, даже тогда распродавался уже, да, был последним. Я немножко вот оставила, видите, это такое маслице, боже мой, оно такое потрясающее. С удовольствием доиспользую для рук.
Ой, пахнет так вкусно. Это такой малиновый чай. Настолько потрясающий, настолько восхитительный. Аромат остается на коже и сопровождает просто повсюду в течение дня. Я холодной осенью, даже когда уже одевала много одежды, да, для осени мы одеваемся чуть теплее, чем, скажем, летом. И все равно от меня чувствовался этот запах. Представьте, даже муж это отмечал, говорил, да, пахнет. Я чувствую, прям малинкой пахнет. Это что-то вот очень жаль. Я бы хотела, чтобы его вернули. Надеюсь, The Body Shop ко мне прислушаются и вернут данный продукт. Было бы потрясающе. И вообще, я заметила, у них как-то поредели полки в плане вариантов масел. А жаль. Особенно вот этот продукт с жалью, наверное, один из лучших, который я использовала от них. Именно вот, наверное, в первую очередь по аромату. Ну и, соответственно, конечно, уход потрясающий, быстро впитывается. При этом кожа такая увлажненная, ухоженная. И ароматная. Ну, в общем, продукт на 10 баллов из 10. Наверное, это не очень правильно показывать, да, после такого шикарного продукта, но тем не менее, вот, утеночек. Итак, Johnson Family Company. Туалетный утенок 5 в одном, максимальное очищение, удаляет налет ржавчину, дезинфицирует, легко попадает под ободок, свежий аромат цитрусовый. А, свежий. Но аромат такой химозно-цитрусовый, конечно же, не свежий, а наоборот, отягощающий, да, но это понятно. Тем не менее, действительно очень удобен, да, вы можете наблюдать, это вот прекрасно под ободок попадает, вы выдавливаете средство, это средство, оно очень густое, тут же начинает стекать по стенкам унитаза и работать в плане убивания микробов и очищения. Мне очень даже нравится, рекомендую, приобретайте. Я ничего не могу сказать по поводу ржавчины, но вообще в целом очищает, да, хорошо, прям даже отлично. Еще один гель для душа от Avon, серия Senses, и это у нас морская лагуна. Написано «Увлажняющий гель для душа, аромат сочная груша». Ух, я заговорила стихами. Но, так, аромат, вы знаете, никакой особо груши я тут не ощущаю, он для меня такой исключительно морской, это прям морской бриз, то есть прям вот пахнет морем, морем, горячим песком. Такой аромат, но, боже, какая груша, я не знаю. И даже сам по себе флакон, обратите внимание, в таких именно цвета морской волны, да, оттенках, они цвета груши, какого-то такого зелено-желтого хотя бы, да. Это странно, и как бы и рисунок, да, говорит о том, что это все-таки морской аромат. Не знаю, при чем здесь сочная груша, но тем не менее, сейчас я расскажу об этом геле для душа. Итак, аромат, конечно, такой, знаете, больше мужской, чем женский. Это я вам могу сказать сразу, однозначно. И поэтому лично меня не особо впечатлил. Ну, мужу понравилось. И от кожи, конечно, приятно пахнет, опять же, мужскими такими нотами. Отлично пенился, очищал, немного подсушивал кожу. Ну, вот такой вот гель для душа, почему-то с сочной грушей. Непонятно. Та-дам! От Лактоцид закончилось у меня такое прекрасное средство. Да, казалось бы, в начале покупки я говорила, о боже, о ужас, что здесь внутри, как так можно издеваться над гениталиями. Но, теперь я, наоборот, восхищаюсь, и мне очень нравится это средство. В принципе, я догадывалась, что я к нему привыкну, и так и случилось. Что же это такое? Гель для интимной гигиены, Fresh, для продолжительного чувства свежести, да-да, с натуральной молочной кислотой и деоактивным комплексом. Для ежедневного применения поддерживает естественную микрофлору, хотя я думала, что такое средство, наоборот, может убить микрофлору, но нет. Одобрено Российским обществом акушеров-гинекологов. Да, это, собственно говоря, средство с ментолом, и вы испытываете не легкий холодок при его использовании, а такое даже вот какое-то прям жжение, щипание, что ли, что-то такое. Вот. Но очень быстро я к этому ощущению привыкла, и оно как будто бы уже и не присутствовало. Так, чуть-чуть, то есть вы чувствуете, что да, вы неплохо так освежили свои интимные места, и это здорово. Самое главное, что действительно чувство свежести продолжительное, очень продолжительное, мне это нравилось, прекрасно поддерживал микрофлору все это время. И, в общем, это средство, которое мне бы хотелось, если честно, повторить, потому что сейчас другим я пользуюсь, оно меня не устраивает, тоже от Лактоцид, а это, ну, прям идеал. И вот тут главное перейти вот этот барьер, подождать, пока вы привыкнете, а в остальном, ну, это вот прям супер-пупер, вот супер-пупер, всем и всем советую. А, да, еще имеет приятный аромат и выглядит как такая прям молочная смесь какая-то,
И запах просто супер. И очень удобный дозатор, из которого легко и удобно выдавливать средства. Та-дам! В очередной раз закончились у нас капсулы от Tide. И это альпийская свежесть. Здесь 15 штучек. Ну что, я люблю эти капсулы, вы знаете. Пахнет так приятненько, но единственное, что все-таки вот запах напоминает немножко порошка, и этот запах остается на вещах, даже если вы использовали кондиционер. Это, конечно, немного минус, но тем не менее, данные капсулы прекрасно очищают вещи, хватает надолго, то есть вот одна капсула, да, используется, то есть здесь 15 стирок, очевидно, и это здорово, то есть, да, в принципе, если вы даже через день стираете, то вам хватит на месяц, ну а если уж, соответственно, еще реже, то надолго хватает, это довольно экономично, удобно, нет необходимости закидывать порошок, да, который остается на одежде, берите однозначно. О, как быстро ушел вот этот гель для душа от Джоанна, аромат банана у нас тут 300 миллилитров. Вот такой тюбичек, только видите, здесь наклейки довольно плохо выполнены, потому что очень быстро они начинают вот склеиваться, вот они уже все отходят сзади, да, спереди нет. Ну вот, мне понравился, так же как в принципе всей моей семье этот гель, он имеет приятный запах банана, действительно такого сладкого, вкусненького бананчика, шикарненького. И отлично пенится, дает такую в меру мягкую пену и очищает кожу прекрасно, а также оставляет нежный аромат бананчика. Кожу немножко подсушивал, конечно, но в целом приятный гель, я вам рекомендую. Ой-ой-ой, это продукт, который мне совершенно не понравился, от Эколаб. Я вообще-то уважаю марку Эколаб, она мне нравится, но тут явно какой-то провал. Это, собственно, крем для рук, питает, омолаживает, активные ингредиенты, органическое масло ши, масло розмарина, экстракт вербены без силиконов и парабенов. Ну, все тут как бы типа натурально, запах приятненький, такой, знаете, цветочный что ли. Цветочно-полевой какой-то, ну такой очень приятный запах однозначно. Но крем, это не крем, это какой-то ужас. Я наношу, он превращается у меня на руках в какую-то такую водную консистенцию. Это все как-то вот впитывается еле-еле, знаете, прорезинено практически. И все. И руки не напитанные. Это просто какой-то бред. Мне совершенно не понравился этот продукт, и я его с трудом доиспользовала, и вам, конечно же, не рекомендую его приобретать. Ну и, наконец, закончился у нас еще один лесной бальзам. Основной уход за деснами и зубами, профилактика и свежесть, масло облепихи, экстракт ромашки. Здоровье десен, здоровье зубов. Мне тоже понравился этот продукт. Очень так хорошо ухаживает за полостью рта, очищает зубки, даже слегка отбеливает и освежает ротик. В общем, прелесть. Я считаю, что бюджетная паста, которая достойна вашего внимания, приобретайте. Ну и на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, он был для вас полезен. Если это так, то обязательно ставь пальчик вверх. А также подписывайся на мой канал, канал Супергекта и канал Гекта Лайф. Если еще это не сделал, там вы можете узнать обо мне больше. Вот, всех люблю, целую. Желаю вам классных, замечательных покупок, правильных и всего самого прекрасного. Всем пока! Everything around me.